уже все здесь. Отходим. И что дальше? А, начало типа. В другую сторону повернуть, как будто не в школу. Знаешь, типа... По пятницу, будто бы назад, время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимые едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся. Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятится. Давай, она выходит. Прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Я бы не увидел тебя среди миллиона прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Мне сказали, пойди, там клёво. Я пошёл туда, а там гадко. Я назад пришёл, и здесь гадко. А мне сказали, да, меня было лучше. И вот теперь у меня одна загадка. Почему там, где я, там и гадко? Аум, 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 аум. А может, это я хожу и гажу? Может, просто это я хожу и гажу? А если это я хожу и гажу, тогда зачем мне просто жить на этом свете? Шоколадку укусну сладку, ты съела и тебя стошнило. И весь день тебя потом тошнило, и всю ночь тебя потом тошнило. И нет загадочней на свете загадки, может дело все и не в шоколадке. Аум, аум, аум. А может, это ты ходишь и гадишь? Может, просто это ты ходишь и гадишь? А если это ты ходишь и гадишь, тогда сиди и не вылази из дому. А ты сказала, надо быть лучше, и душою стало быть чище, и мыслями... Кэти, блин, не тут...
гвоздь!